Как вы хотите, более мечтательную, какую-то более сосредоточенную. Если более мечтательную, то глаза отведите. Мастер-класс по фотографии на камеру телефона прошел в Одинцовском клубе «Активное долголетие». Изучали виды, источники света, как он влияет на результат съемки. Учились делать портреты, селфи. Все максимально простым языком. Все сложное, что есть, можно скомпоновать и подать. Сегодня будем это делать. Сначала теория, потом практика. Участники мастер-класса попробовали себя как в качестве моделей, так и в искусстве фотографии. Знания обязательно станут применять при съемке. Сетку обязательно. Потом мы узнали, что нужно отключать режим HDR. Не надо снимать со вспышкой, в общем-то, в редких случаях. Уже не первый месяц в клубе идет обучение мобильной фотографии. Ведет курс Наталья Баженова. На занятиях долголеты учатся правильному построению кадра, применению правила золотого сечения, грамотному использованию освещения. Изучают различные жанры фотографии. Сами пытаются создать пейзажи и портреты. Делают предметную съемку. На наших занятиях мы учимся фотографировать на мобильный телефон, используя то, что у нас всегда под рукой. И преимущественно учимся фотографировать на улице, немножко в помещении. Такой мастер-класс для долголетов, обучающихся мобильной фотографии, проводится впервые. В следующий раз мероприятие смогут посетить и другие участники клуба. Ольга Дмитриева, Фарид Хариддинов, телекомпания «Одинцова».